Что значит знал? У нас была случилась однажды встреча, чисто случайно, набрели друг на друга и все. Да, это было в Лондоне, какой год, 95-й. Он в 96-м умер, да? Я знаю, что это было за год до его смерти. Да, в 96-м. Такая история. А да. Как это было-то, Юрий Борисович? Нет, это случайная встреча. Я там гулял с двумя красотками. И шел, пел, там по парку мы шли, гуляли. Потом Лейла говорит, слушай, здесь такая кондитерская. Я вас угощаю, пошли. Ну, мы пришли туда, и там действительно такой поднос и на выбор любое пирожное, там все такое прошло. Ну, и мы взяли там по кофе, по пирожному, и вдруг Лейла говорит официантке, вы, говорит, по-русски понимаете? Она говорит, да, я из Югославии, я понимаю язык. Да, ну, так, посидели некоторое время. Вот, там вышли, и Лейла говорит, кстати, говорит, здесь такой хороший книжный, мы зайдем. Вот. И тут я говорю, Наташа Синась, Наташа, о, книги, там по искусству есть, да, поиси. Вот пойдем, я тебе покажу кадр из «Зеркала» Тарковского. И мы пошли. И, значит, где эта книга? Это речь шла о художнике, боже мой, светом он работал. 17-й, по-моему, век. Ага. Как же это как я мог забыть-то? Я говорю, вот пойдем. И мы нашли книгу, здоровый такой том. И там, значит, у него он очень со светом работал. Рембрандт совсем по-другому со светом работал. А этот работал с конкретным источником света. И у него такой есть кадр, когда у свечи какая-то святая, руки вот так держит, и свет сквозь пальцы. А в фильме «Зеркало» такой есть кадр. И я говорю, вот тебе, пожалуйста, откуда это? Все. Вот тут подходит Лейла и говорит, Юр, смотри, Бродский стоит. Поверить трудно. Стоит, какую-то книжку там листает, что такое. Она говорит, пойду поздороваюсь, я с ним знакома. Ну и, значит, они там поздоровались, неважно. А потом она подходит и говорит, а ты знаком с Бродским? Я говорю, да нет, ты что? Пойдем, я тебя познакомлю. Я говорю, понимаешь, Лейла, это нехорошо. Мы совсем не в равных позициях, потому что он вообще ничего не знает, он наверняка ничего не видел, то, что я сделал. Ну что за херовина такая? Кто я перед ним буду? Нет, пойдем, я тебя познакомлю. Подводит Иосиф, я вас хочу познакомить, это вот российский режиссер советский, Юрий Нарштейн, мультипликацией занимается. Я говорю, Юрий, он говорит, Иосиф. И я тут же говорю, Иосиф, понимаете, я говорю, мы сильно не в равных условиях, потому что я ваши стихи читал, а вы мои фильмы не видели. Да нет, это я что-то такое слышу. Так, ну, я говорю, да, конечно, дьявол есть, но его никто не видит. И дальше сразу я задал вопрос. Я говорю, Иосиф, скажите, вот это меня очень это любопытство разбирает все-таки. Поскольку вы человек словом, вы за меня слово вами управляет, вы любите об этом говорить. Он говорит, да, я говорю, а мне любопытно, человек слово, как воспринимает изображение. Все-таки слово летучее, а изображение конкретно. Он говорит, да, интересный вопрос. Знаете, вот здесь вот сейчас, вот если вы идете в магазин, там столик, займите, пожалуйста, столик, я сейчас еще должен книжку посмотреть, я приду. Ну, когда он пришел, ни хера никакого разговора не состоялось. Как говорит Высоцкий, нельзя, я не люблю, когда прервали разговор. Потому что к нему тут же Наташа, Синась, она гречанка, она сразу стала, Иосиф, вот вы говорите об этом самом. Кавафисе. О Кавафисе. Но вы же греческий не знаете? Он говорит, да, не знаю. Ну, а как же вы можете о нем говорить, что у него колониальный язык? Тут, значит, он закуривает и начинает ей уже вправлять мозги, ну, как поэт. Потому что это, для того, чтобы понять это, для этого не надо окончая до конца знать язык. В некоторой степени, говорит, я его знаю, могу представить, но знание языка и направление мысли – это разные все вещи. Ну и дальше он говорит, ну вот мы же делали переводы его стихов с моим другом, который, к сожалению, был болен дурной болезнью, чтобы его отлучить от этой, как-то повернуть его интерес к другому. Я ему предложил, давай будем переводить Кавафиса.
Здесь действительно есть цикл стихов, которые там два автора. Ну вот, а потом стал спрашивать, а что в России? Я говорю, а что в России? Кинотеатры превращены в мебельные магазины. Ну, это правда, действительно. Да. В театрах были мебельные магазины. Да, и через какое-то время он встал и ушел. Вот и все, мы сидели и разговаривали. Какие ощущения? Лейла в это время снимала нас, поэтому остались кадрики. Юрий Борисович, а какие ощущения от него у вас возникли? Понимаете, в чем дело? Я тогда, когда я у него стал спрашивать и говорить, у меня не было никакого стеснения. А потом, когда он сел, у меня жуткое стеснение, потому что, конечно, ты сидишь рядом с абсолютно выдающейся личностью, что там говорить. Дело не в этой Нобелевской премии, все это говно, а в том какой он, какого он поэтического толка, этот человек. Это вовсе не значит, что я прям был ошарашенный, и все стихи тут для меня ложились в душу. Нет, как раз, как ни странно, но я не очень люблю его такие, я их называю математические стихи. Такие стихи, где очень много рассудительности. Но там, где его цикл рождественский, например, это что-то изумление абсолютное. Кстати, надо пойти взять книжку, которую мне подарила Шиш, это самая наша Виктория, и почитать его рождественские стихи, потому что этот цикл, конечно, у него абсолютно... А Виктория Александровна – это его подруга? Дело в том, что они с Бродским преподавали в колледже, Амхерст называется это место, Вика там вела тоже литературу, а Бродский, значит, вел поэзию. И Вика говорила об общей литературе, о Цветаевой, о Бродске в целом вообще. Она меня даже привела в это местечко, где у Бродского был свой стол, своя комната, в училище. Ну и дальше у нее были ключи от дома, где Бродский жил. К этому дому была прикреплена табличка, где жил поэт, лауреат Нобелевской премии, значит, Иосиф Александрович Бродский. А я взял с собой фотоаппарат, и три пленки у меня были. И мы когда ходили, я снимал. Я проснял все, что только попадалось мне под руку. То есть все, как было при Бродском. Здесь велосипед стоял, здесь кухня, там потолки потекли, там это. И она мне все говорила, Юр, ну возьмите это, ну все равно пропадет. Ну, это презрение, думаю, зачем я не взял это. Потому что все пропало, действительно. Оно пропало, действительно. Ну, я там была фотография Голышева, его друга, о чем я ему сказал, Витя. Я говорю, Витя, там висела фотография ваша. Вот, одну фотографию я тут все-таки спер, она у меня висит над головой. Ну, такая пустяшная фотография, никак не нужна. Но вот теперь я понимаю, что я дурак, а Вика была права. Ну, я тут две чашечки кофейной забрал, Франчески стоят. Но я все проснял, все, вот как есть. Смятая постель там, ну, все, вот человек вышел, да. Ну, а потом мне Вик сказал, Юра, знаете, а дом-то вообще все там убрали, в общем, все случилось так, как... Вообще, вот это место, где они сидели, там вот этот кадр есть, сидели с этим, с негритянским поэтом, американским. Он потом вскоре после него стал Нобелевским лауреатом. Вот такая история была, случилась. Ну, собственно говоря, вот все, что все мои случайные пересечения. Но потом через какое-то время Вика мне звонит, Юр, здесь вот хотят сделать вещи с Бродского. Вы не могли бы им позволить фотографии? Я говорю, да, но только пусть она пишет, что это фотографии нашли. Что я говорю, естественно, я все это бесплатно, разговора нет. Но просто должны знать, что... Потому что никому в голову не пришло переснять. Сейчас опять там восстановили, но это уже такое чистенькое. Это все. Мне Вика подарил, видишь, пейзаж с наводнением, а я с можжевельником. Почему? Потому что веточки можжевеловые. Да. В холодную пору, вместо привычной скорее к жаре, чем к холоду, к
плоской поверхности более чем к горе, младенец родился в пещере, чтобы мир спасти. Мело, как только в пустыне, может зимой мести. Но это, я думаю, мело-мело по всей земле, он все-таки Пастернак вспоминал. Ему все казалось огромным, грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы, Балтазар, Каспар, Мельхиор, их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой, и точка была звезда. Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру, и это был взгляд отца. Бегство в пустыню. Погонщик возник неизвестно откуда. В пустыне, подобранной небом для чуда, по принципу сходства, случившись с ночлегом, они жгли костер в заметаемой снегом пещере своей, не предчувствуя роли, младенец дремал в золотом ореоле волос, обретавших стремительно навык свечения, не только в державе чернявых сейчас, но и вправду подобно звезде, покуда земля существует везде. Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере. Используй, чтоб холод почувствовать, щели в полу, чтоб почувствовать голод, посуду. А что до пустыни? Пустыни повсюду. Представь, чиркнув спичкой, ту полночь в пещере, огонь, очертания животных, вещей ли, и складкам смешать, дав лицо с полотенцем, Марию, Иосифа, сверток с младенцем. Представь трех царей, караванов движения к пещере, вернее, трех лучей приближения к звезде, скрип поклажи, бренчание ботал. Младенец покамест не заработал на колокол с эхом сгустившейся сини. Представь, что Господь в человеческом сыне впервые себя узнают на огромном по тьмах расстояние, бездомный в бездомном. Неважно, что было вокруг, и неважно, о чем там пурга завывала протяжно, что тесно им было в пастушьей квартире, что места другого им не было в мире. Во-первых, они были вместе. Второе и главное было, что их было трое, и все, что творилось, варилось, дарилось, отныне как минимум на три делилось. Морозное небо над ихним привалом с привычкой большого склоняться над малым, сверкала звездою, и некуда деться. Ей было отныне от взгляда младенца. Костер полыхал, на полено кончалось, все спали. Звезда от других отличалась сильнее, чем свечением, казавшимся лишним, способностью дальнего смешивать с ближним. Что нужно для чуда? Кожуха вчера, щепотка сегодня, крупица вчера. И к пригоршне завтра добавь на глазок огрызок пространства и небо кусок. И чудо свершится, за не чудеса, к земле тяготеи хранят адреса. Настолько добраться, стремясь до конца, что даже в пустыне находят жильца. И если ты дом покидаешь, включи звезду на прощание в четыре свечи, чтоб мир без вещей освещала она во след тебе глядя во все времена.
А это вот, очевидно, едва ли не последнее. И вот его последнее, 95-й год, бегство в Египет. В пещере какой ни на есть окров, надежность суммы прямых углов, в пещере им было тепло втроем, пахло соломою и тряпьем. Соломенную была постель, снаружи молола песок метель, и, вспоминая ее помол, с просонья ворочались мул и вол. Мария молилась, костер гудел, Иосип насупясь в огонь глядел. Младенец, будучи слишком мал, чтоб делать что-то, еще дремал. Еще один день позади с его тревогами, страхами, с ого-го Ирода, выславшего войска, и ближе еще на один века. Спокойно им было в ту ночь втроем, дым устремлялся в дверной проем, чтоб не тревожить их, только му во сне или вол тяжело вздохнул. Звезда глядела через порог, единственным среди них, кто мог знать, что взгляд ее означал, был младенец, но он молчал.